Произошло на первый взгляд неожиданно. В августе 1949 года на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Будапешт отправилась большая наша артистическая делегация. Долуханова не входила в элитную группу, а главное, она не должна была участвовать в конкурсе, лишь в концертах. Кто-то из руководителей, сейчас уже трудно даже установить, кто именно, все-таки предложил ей включиться в конкурсные испытания. Это была судьба. Долуханова решилась и победила. А домой она вернулась уже знаменитой. Больше 90% певцов выходит на сцену с целью показать себя, показать свой голос, голос, да, или свое просто даже мастерство. Такой у него внутренний монолог. Вот сейчас я с помощью вот этой музычки, или, ну, в лучшем случае, музыки, покажу вам, какой я певец, какие у меня искрометные верхние ноты, какие у меня контрасты в голосе, какая красивая кантилена на середине. Меньшинство, и такие, как Долуханова, они выходят на сцену с другой мыслью, с внутренним монологом, таким, что вот я очень много работаю над голосом, я совершенствую свою технику, но когда я выхожу на сцену, я несу музыку. Мне кажется, что, чтобы быть камерной певицей, нужно на это иметь право. Вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в нашей жизни перестал быть разговор по душам. Куда-то ушло вот это ощущение чего-то настоящего в жизни. Ну, отсюда, да, отсюда и нежелание людей слушать. Антикультура это, задавила, да, культуру, да. Что делать? Наверное, мы тоже как-то немного свои позиции сдаем. Мне кажется, это искусство, оно немножко, не то чтобы оно пошло на спад, оно не востребовано. Не востребовано так, как было раньше.
Почему в опере проще? Потому что там ты прячешься за костюмы, за декорации, за образ, за игру, за большой драматизм, который в течение трех актов, за коллег. А когда в камерном романсе нужно прожить целую жизнь. Вот эти несколько минут ты должна показать целый образ и целую жизнь. У меня, я думаю, что еще не хватает, наверное, я, может быть, к этому приду, но у меня еще не хватает такого опыта для того, чтобы что-то передать. В 1983 году, когда она спела последний концерт в Большом зале консерватории, кончилась какая-то упоительная эпоха. Вот. И после этого началось что-то другое. И вот эта вот культура камерная, она шла, она ее несла. А потом вдруг вот так вот она из рук выпустила, и никто не подхватил. Настолько была знаменитая, популярна, что и когда, я, родила, кстати, когда я родилась в Магадане, не буду говорить в каком году, в Магадане, и я очень громко, видимо, кричала. И эти нянечки из города, даже не в Магадане, а в Сусумане, мне сказали моей маме, ну что, родилась Дулуханова. То есть это знали даже в Сусуманском районе, поселке Мяунджи. Понимаете, какое сейчас запустение? У нас нету, вот это действительно ниши нету. Лауреата конкурса на международном фестивале демократической молодежи в Будапеште, солиста.